никчемный злак. Мне приятно снова и снова брать над тобой верх, доктор Блэк. Тебе не наскучило быть в неудачниках? Еще как наскучило. Поэтому я и заманил тебя сюда. Думаешь, на этот раз тебе улыбнется удача? Не думаю, знаю. Успокойся, Берпи. Еще успеешь себя проявить. Итак, может, расскажешь, в чем, собственно, дело, или мне догадываться самому? У меня идея получше. Уилшейн, я тебя покажу. Это злак? Что ты с ним сотворил? Я над ним поработал, усовершенствовал. А цель — покончить с тобой. Вот это силища! Я и представить себе не мог! Ты и представить себе не можешь, что ты натворил! Эксперименты с ДНК-слагов приведут нашу землю к гибели! Блэк! Прекрати это! Ты должен остановить это! Блэк! Блэк! Найди моего сына! Найди Элая! Передай ему это письмо! Давай же! Берпи, что ты тут делаешь? Это ведь папа, да? Дорогой Элай, если ты читаешь это письмо, значит, я пал, защищая Слактеру. Это одна из множества опасностей, которая подстерегает того, кто стоит на ее страже. Ты и сам столкнешься с ней лицом к лицу, если решишь пойти по моим стопам. Многие из Шейнов проделывали этот путь до тебя. Если и ты выберешь его, помни о том, что ты мне обещал. Пока мне не исполнится 15. Я тебе все поведал о своих приключениях в Слактере, и у тебя самого накопился уже приличный опыт. Попасть туда совсем несложно. Выбраться оттуда наверх – задача не из легких. Если ты все же решишься на это путешествие, помни, что ты приобретаешь билет в один конец, и тебе придется самому отыскивать путь обратно. Знаю, твое первое путешествие в подземный мир мы собирались совершить вместе, но тебе придется сделать это в одиночку. Я столько всего уже рассказал тебе о Слактере, но знай, это всего лишь верхушка огромного айсберга. Ты будешь двигаться по направлению к ядру Земли со скоростью более сотни миль, к месту, которое посчастливилось увидеть только немногим избранным. Тебе ничего не угрожает. Просто держись крепче. Готов, Берпи? Первое. Это просто потрясно! Больно. Ух ты, Слактера. Подземный мир. Наконец-то я здесь. Когда ты попадешь на место, ты обнаружишь пристанище Шейнов недалеко оттуда, где ты приземлишься. Готов увидеть новый дом, Берпи? Ну и беспорядок. Внутри ты найдешь все, что тебе понадобится для того, чтобы оберегать мир и покой на этой земле. Сменим прикид на новый, Берпи. В техническом отсеке тебя будет ждать твой собственный железный конь. С днем рождения, сынок.
Спасибо, пап. Хотя я ожидал увидеть нечто покруче. Неплохо. Модель ЛКИ. Мы будем звать тебя Лаки. Я обычно держу пару дополнительных бластеров, но вот слагов тебе придется добывать самому. Это и будет твоей основной задачей, Элай. Без них тут никуда. Ты узнаешь, что они нечто большее, чем просто боеприпасы. Не стреляйте! Ой, не стреляйте! Кто ты? Кто я такой? Вопрос, кто ты такой? Я первый спросил. И у меня в руках бластер. Вижу, ты столь же умен, что и я, молодой человек. Пронто к вашим услугам. Одаренный исследователь, охотник. Кладезь талантов. Странно. Отец о тебе ничего не рассказывал. Отец? Твой отец Уилл Шейн? Что ж, у меня есть этому простое объяснение. Ладно. Я никогда не встречался с Уиллом Шейном. Но если бы мы встретились, о-хо-хо, можешь быть уверен, он бы умолял меня присоединиться к его команде, что и следует сделать тебе. Какой прок от Шейна, у которого нет проводника? Да ну, отец ничего не говорил мне о том, что понадобится проводник. Что ж, мечте конец. Возможно, мы еще встретимся, если, конечно, тебе удастся пройти каменные пещеры. А? Северные пещеры или пещеры палящих искр. А знаешь, проводник нам не помешал бы. Да, да. А ты принял мудрое решение, юный Шейн. Меня зовут Элай. Хорошее имя. Легко выговорить. Итак, юный Элай, ты не пожалеешь. Хорошо. Я здесь для того, чтобы бороться со злом. И наше первое задание — раздобыть немного слагов. Ну, будучи Шейном, ты располагаешь внушительным арсеналом слагов. Покажи мне их. Да-да, ты очень милый, но... где же остальные? Остальных нет. Но Берпи у меня супер. У тебя только один слаг? Тебе придется отвоевать себе парочку опытных особей. И я, кажется, знаю одно место. Это маленький местечковый турнир. Для Шейна не составит труда держать победу. Что там за задержка? Нам нужны слаги. Кое-что сделаем, прежде чем отправимся туда. Я мечтал об этом всю жизнь. Мечтал о чем? Палить из бластера слагами? Именно. Готов, Берпи? Адский слаг. Ух ты! Давай, Берпи! Итак... Как привести эту штуковину в движение? Стая флоринго! Смотри, Берпи! Ты что, даешь своим слагам имена? А ты нет? Прекрати это! Никчемное создание! Видимо, это и есть имя. Знаешь, у меня очень развит талант наблюдателя. Мне кажется, что многие вещи здесь для тебя непривычные. Я вырос в самом секретном убежище Шейнов. Оно, правда, совсем на отшибе. Только Шейны знают о нем. О, да, разумеется. У Шейнов много секретов, но самый важный из них — это то, откуда ты родом. Никто не должен узнать о жизни на поверхности, Элай. Слишком много опасностей по обе стороны. Лучше, чтобы эти два мира не пересекались. Так в чем там дело, Пронто? Не смотри туда, продолжай движение. Кажется, этому парню не помешает помощь. Теперь, когда больше нет Шейна, который охранял наш покой в пещерах Слактер, стало небезопасно. Но теперь у вас снова есть Шейн. Это не наше дело. Уверен, ты согласишься, что мудрый герой сам выбирает себе противника. И это все, что у тебя есть? Ха, парочка жалких флоперов. Тебе лучше уйти. Этот парень мне кое-что задолжал. Если только ты не сам Уилл Шейн, лучше проходи мимо. Уилл Шейн мой отец, а я следую по его стопам. О, да неужели? Уилл Шейна мы побаивались, а ты молокосос. Да, я молокосос с бластером в руках. Хочешь испробовать на себе? Видимо, это согласие. Спасибо, Пронто. Как
Какой еще Пронто? Не стоит благодарности. Знаешь, на дороге полно таких бандитов. Тебе надо быть поосторожнее. Постой! Ты кто? Вот ты где! Усовершись правосудие, как я вижу. Держись подальше от этого парня. Одного бластера и коротышки-крота недостаточно, чтобы стать Шейном, молокосос. Я думал, быть Шейном — это что-то значит. А этот парень всего лишь посмеялся. Если ты хочешь добиться уважения, ты должен заслужить его на поле брани, как храбрец Пронто. Если ты одержишь победу в этом турнире, люди узнают, что Шейн вернулся, чтобы сражаться за правду. А если я проиграю? Снова воцарится хаос, и за тобой навсегда закрепится слава безнадежного воина. Но ведь это не случится, потому что победа у тебя в кармане.